сказать, немножечко волнуюсь. И, конечно же, когда я готовил, думал об этой проповеди, я думал совсем о другом, но Господь меня повел как-то в этом направлении, и я не стал Ему противиться, поэтому, может быть, кому-то сегодня это надо, и я на это очень надеюсь. Я бы назвал сегодняшнюю проповедь «Не теряйте свою радость». И сегодня мы немножечко полистаем наши святые писания, поэтому, чтобы вы следили за всем, давайте мы откроем Матфея 12 главу, 1 стих. 12 глава, 1 стих. «В то время проходил Иешуа в шаббат засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“». Такая интересная история. Я хотел бы, чтобы немножечко ожило ваше сейчас представление. Я расскажу вам одну историю. Одну, так это было давно. Как-то утром я проснулся и решил взять пост. И я сказал в молитве с утра Господу: «Господь, я сегодня ничего не буду есть, я хочу молиться», ну, свое, в общем. И ну, я принял это решение и поехал, ну, я не помню куда, в общем, по делам. И в автобусе встретил своего брата во Христе. И мы общались, о Боге, было все так классно. И потом мы попрощались, я ну, уже хотел пойти по своим делам, он по своим. И этот друг мой, он вытаскивает конфету, взял себе, дает мне, я беру ее в рот и отхожу. И вдруг я вспомнил, что я же обещал ничего не есть. И вы знаете, и как-то радость ушла. И вот... Хочу вам немножечко сказать, что есть такие люди, которые иногда забирают вашу радость. И немножечко сегодня я хотел бы об этом поговорить. Вы знаете, есть некоторые люди, откуда ни возьмись, они берутся, и они осуждают нас, мессианских верующих, могут за кипу осудить. А чего вы кипу носите? Ведь Иешуа умер, он отменил все. Или осуждают нас за кашрут, когда вдруг мы говорим: «Мы не едим свинину, ма питом». И они говорят такие местописания, которые могут лишить нас радости. Иешуа сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ключевое слово здесь – «познайте». Вы знаете, хотелось бы, чтобы мы не теряли своей радости в то время, когда мы обрезаем своих детей, своих мальчиков. И нам говорят: «Что, Иешуа отменил это?» И вы знаете, это может лишить нас радости. Но сегодня я хочу вам сказать: не теряйте своей радости. И сегодня мы углубимся немножечко в Писание. Действительно ли Иешуа отменил заповеди, такие, которые мы, мессианские верующие, соблюдаем? Действительно ли это так? Я хочу немножечко, чтобы вы открыли послание Ефесянам, 2 главу, и немножечко вам зачитаю. Ну, пока отдайте одну секунду, я закончу свою мысль. И вот вы знаете... Вот эти ученики, когда они шли с Иешуа рядом, и вдруг, вот я немножечко еще вернусь назад, вот представьте себе картину, когда шли ученики с Иешуа в шаббат. Они делали некий тиюль, они шли из пункта А в пункт Б, и вот вспомните себя, когда вы делаете какое-то путешествие с друзьями. Вы имеете общение, вы общаетесь, вы радуетесь, вы... Вот вы знаете, ученики шли с Иешуа, и я верю, и я знаю точно, так как Иешуа был
помазанный елеем радости больше всех, живущих на земле, что у них было радостное общение друг с другом. Они шли в благодати, они общались, ну, знаете, когда идем, вот мы с друзьями идем, какой-то тиюль делаем, мы общаемся, мы веселимся, мы рассказываем какие-то истории. Вот так же было и тогда. Вот в тот шаббат Ишуа шел с учениками. И вот знаете, вот ученики знали, что шаббат, что нельзя это делать. Они знали. Но благодать Божья настолько наполнила их сердца, их умы, потому что Ишуа был рядом, что они вдруг, вот знаете, вот как бывает, вот вдруг, нечаянно, они взяли эти колосья, как, я не понимаю, как можно их есть, но как-то они там сделали это, да, ели. И тут как будто бы из кустов вышли эти религиозные люди и сказали: смотри, смотри. И я представил себе эту картину, когда вдруг у учеников из рук начали выпадать эти колосья, они начали плевать, ну как бы радость ушла. Вот только что была радость, все хорошо, и тут раз – эти, вот смотри, что вы делаете, Ишуа отменил обрезание, зачем вы это делаете, ешьте свинину. И некоторые люди пытаются нам навязать то, что и Ишуа никогда не отменял. И это может лишить нашей радости. Ишуа, конечно же, вступился за учеников, все закончилось благополучно, вы там потом посмотрите Матфея 12 главу, все было хорошо, но... Давайте все-таки мы продолжим, откроем Ефесянам 2 главу, 11 стих. Знаете, Павел, он не был толерантным человеком. Он не пытался угодить кому-то, кроме Господа. И вот Павел – самый главный апостол всех христиан, язычников, сказал: «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти». Знаете, он говорил все своими словами. «Помните» в 12 стихе, «что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, не имели надежды, были безбожники, а теперь вы стали близки». Вы знаете, в 14 стихе апостол Павел говорит: «Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоев одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Вот, знаете, Ишуа на самом деле, он разрушил преграду между нами и всем миром. Я хочу, чтобы вы на секунду, как в машине времени, переместились назад в прошлое и вспомнили, когда однажды ковчег нашего Господа захватили один языческий город. Вы помните эту историю? Когда они забрали ковчег Завета, и они такие рады были: «Вау, теперь у нас он будет». Но что сделал Господь? Он привел болезни на этот город. Он привел какие-то казни. Вы знаете, язычники сами отдали этот ковчег, потому что никто не мог молиться Богу Израиля и получать ответы до определенной поры. Иешуа, он убрал эту преграду. Но некоторые христиане, они строят ее и лишают нас радости, говоря, что нам надо делать. Это как бы сбивает с толку. Сбивает с толку, и мы сами уже думаем: а зачем, а может быть не надо. Вы знаете, мы сейчас в этой общине, в Израиле, и мы получаем правильное учение от Леона, от Дмитрия. Нас учат правильно. Мы получаем правильную пищу из Слова Божьего. И, может быть, кто-то и осуждает нас за то, что мы выносим свитки Торы, за то, что мы ее там, целуем. Но, друзья мои, никто да не похитит радости вашей. Итак, Иешуа, он убрал эту преграду.
Конечно же, нам, мессианским верующим, сложно сейчас идти. Мы, знаете, как какой-то вот Леон, и такие, как Леон, лидеры мессианских общин, они, то есть о нас, о мессианах, христианство уже услышало. И мы как ледокол идем, неся свои заповеди, мы обрезываем наших детей, и это нормально. Мы соблюдаем кашрут. И вы знаете, мы как ледокол, нам сложно идти, но мы верим, что нашим детям идти будет гораздо легче по нашим стопам. Вы знаете, у меня однажды такое было, когда я только приехал в Израиль и поехал в Иерусалим на Котель. И я знаю, что написано в Библии, что есть единственное место на земле, возле которого, если, ну это Бог так обещал, так написано, что есть единственное место на всей земле, к которому придет любой язычник, помолится и получит ответ. И это в Иерусалиме наш Котель, ну остатки нашего храма. То есть это был храм. Это единственное место было на земле. И я когда первый раз увидел это место, я помолился там, я такой был рад. И я позвонил своим друзьям в Украину, христианам. И говорю, вы знаете, был в Иерусалиме, на Котеле, такой рады. А мне говорят, так Бог есть Дух, какая разница, где ему молиться. Я у себя там в Киеве помолился, то же самое. Что ты мне со своим Иерусалимом? И знаете, как-то обидно это звучало тогда. Ну, я как-то пропустил это между ушей. Думаю, ну, может, и правильно. Но, друзья мои, давайте мы сейчас откроем Римлянам 3 главу, 3 глава, 1 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. Вы знаете, апостол Павел, он не был толерантным, он не боялся обидеть чувства верующих из-за того, что они совершали что-то неправильно. Апостол Павел, он однажды встал и сказал Петру прямо при всех, ты поступаешь неправильно. Он не стал, слушай, иди сюда на секунду, иди сюда на ушко. Он, то есть, если апостол Павел, если он знал, он видел, он говорил, и это просто круто. Итак, великое преимущество во всех отношениях. Ну, знаете, я хотел бы пойти немножечко глубже, чем в межличностные такие отношения. Вот, знаете, мы все, кто приехал в эту страну, в Израиль, и есть люди религиозные, которые сюда приехали, есть люди нерелигиозные, да? Ну, религиозные, это может быть такие, как мы, это могут быть такие с косичками, или же вообще, которые ни разу не открывали Святое Писание. И вот эти люди все приехали, Господь нас собрал всех в эту страну. И знаете, независимо от того, религиозный человек или нерелигиозный человек, мы все переживаем некое давление со стороны этого мира. Через телевидение, через Facebook, через интернет. Когда мы, бывает, звоним своим друзьям, которые остались там за, ну, за границей. И вы знаете, мы как-то чувствуем какие-то колкие отношения. Такие, а у вас там в Израиле, Палестину вы обижаете. Ну, какие-то такие глупости. Вы знаете, и это так нас обижает. Но Библия говорит об этом. Библия говорит об этом в Луки 21 главе, 16 стихе. Поэтому давайте я прочитаю и повторю. Не теряйте своей радости. Луки 21 глава, 16 стих. «Преданы будете также родителями и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением спасайте ваши души». Друзья мои, об этом говорит Библия, что все как есть, так и есть. Что если мы переживаем вдруг какой-то антисемитизм или же
перестали общаться с родственниками. Вот бывает, что женщина вышла замуж за еврея, приехала сюда и звонит назад в свою страну, там, к своим друзьям или к родственникам, и с ней уже как-то холодно относятся. Ай, Израиль. Вот, это нормально. Друзья мои, не теряйте своей радости. Библия говорит об этом. Знаете, вот действительно есть такие мифы. И вот мы сейчас посмотрим, насколько поменялся мир. Вот есть такое, что некоторые читают на местописание: вы народ жестоковыйный, ушло от вас там, я уйду от вас, типа, ну, еще говорил, я уйду от вас, пойду к другому народу. Ну, такое вот, глупости такие читают, берут тексты 2000-летней давности и пытаются нас уколоть этим. Нам это обидно, но сегодня я хотел бы немножечко покопаться в этом. Знаете, я на секундочку хочу взять ваше внимание, чтобы вы представили себе сейчас самых-самых вот известных проповедников христианского мира. Я знаю вот только вот Джойс Майер. Я не знаю, может, кто-то знает еще кого-то? Ну, вот просто назовите вот известных. Вот Кеннет Коплин, да, вот по телевидению кого еще? Кто-то знает? Бенни Хин. То есть, вот представьте себе, знаете, вот есть вот самые двадцатки, когда лидеры всех стран собираются. Вот представьте себе на секундочку собрание христианских лидеров, там, саммит двадцатки. Вот они собрались, да, вот, ну, серьезное дело, они позвонили друг другу, собрались в одной комнате, да, и сидят, что-то обсуждают, и вдруг дверь открылась, и к ним зашел неизвестный человек, которого они не знают. Он зашел в кипе с песиками, они его не знают, ну, они, естественно, ему привет, то-то, да, и вот этот человек вдруг сказал, зашел к ним и сказал: вы знаете, Господь Христос от вас откажется, если вы не сделаете это. И выйдет, да? Ну, какая реакция будет у этих людей? Они начнут давать местописание, что кровь Христа пролилась за нас, мы однажды покаялись, Царство Божье внутри нас, да не будет этого никогда. Они не поверят. Они этому не поверят. Примерно такая же ситуация была, когда и Иешуа пришел в Равинат и сказал, что Господь Авраама и Исаака откажется от вас. Это было просто нереально. Поэтому ему не поверили. Но вы знаете, я хочу, чтобы вы еще раз пошли со мной дальше и открыли Римлянам. Римлянам вообще такое сильное послание. Оно как бы предназначено для язычников. Но мы сейчас на нем его читаем. 11 глава, 22 стих. Знаете, апостол христиан, самый главный христианин, он сказал христианам: «Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божьей. Иначе и ты будешь отсечен». Вы знаете, точка. А все-таки возможно, что Бог может отсечь христианство. Конечно же, нам это кажется, не может этого быть. Как Бог, который послал своего сына, может вдруг забыть христианство и отказаться от него, и оно станет пустым. Посмотрите внимательно. «Если не прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». А все-таки возможно. И давайте мы на секундочку углубимся дальше, хотя я думаю, что этого не будет, что Бог забудет христиан. Если вдруг христианство упадет куда-то, непонятно, и его отсекут от лозы, от корня. Останемся только мы, мессианские верующие. Знаете, там написано: но Бог силен принять свои тем более сии природные привьются к своей маслине. И знаете, сегодня Господь говорит: поднимите свои глаза
мессианские евреи. Распрямите свои плечи. Бог за нас. Вы знаете, я хочу, чтобы вы немножечко сейчас пошли дальше и немножечко вспомнили нашу историю, историю Израиля. Когда Бог гневался на Израиль, что Он делал? Он его рассеивал. Когда Бог прекращал гневаться на Израиль, что Он делал? Он его собирал. Опять что-то было не так. Он рассеивал. Вы знаете, опять что-то Бог прощал нас, Он опять нас собирал. Я хочу последнее местописание, чтобы вы открыли. Это Иезекииля, 37 глава. И Иезекииль, такой пророк, 37 глава, с 11 стиха. И вот они говорят: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Вы знаете, я так думаю, что лет так 80 назад собрались некие отцы иудейства и начали молиться так: «Господь, мы оторваны от корня, погибла надежда наша». И там дальше, знаете, что написано? Господь сделал так, и образовался Израиль. А что это нам говорит? Если образовался Израиль, значит, прошел гнев Господа. О чем нам говорит история? Бог на нас злился, Он раскидывал нас. Бог прощал нас, Он собирал нас. И вот так 72 года назад вдруг пророк Иезекииль говорит: «Дунь, и оживут кости». И вот так вот. И Бог говорит: «Прошла моя ярость на Израиль». Это опять же звучит непонятно, а может быть и нет, а может быть ты не прав. Друзья мои, посмотрите в историю. Посмотрите, в какое время мы живем. Буквально неделю назад я с женой ходил на фестиваль блогеров, блогер-фест. Я посмотрел их брошюрку, там были известные люди, они были не религиозные абсолютно. И вот там собрались люди, которые, ну, начали чем-то заниматься, и вот им получилось им зарабатывать деньги, и они делились этим. И вы знаете что? Каждый человек, он говорил, это страна возможностей. Они не открывали Библию. Друзья мои, что для нас Израиль? Это камни? Это дерево, которое стоит где-то? Может быть, это заброшенный дом? Израиль — это дух внутри нас. И эти неверующие, казалось бы, люди, они говорят: «Благословен Израиль». Они не говорят «благословен Израиль», они сказали: «Нам Израиль дал возможность». Вот один рассказывал, вот он приехал с Филиппин, и вот он приехал, тут коронавирус начался, то, и он начал что-то думать, нет денег, и вот он это начал делать, и все что-то делали, одно били в одно место, и потом бац, и получилось. Там, ну, что я вам могу сказать? Даже нерелигиозные люди, они воздают славу Богу. Они говорят: «Спасибо Израилю». Что такое Израиль? Это камень? Это дерево где-то там? Нет. Что такое «спасибо Израиль»? Это дух, который внутри нас. Это дух Божий. И Иезекииль продолжил: «И освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их
и будут моим народом, и я буду их Богом». Друзья мои, никто да не похитит радости вашей. Поднимите свои головы, пусть глаза ваши смотрят ровно. Господь не гневается больше на Израиль. Аминь.